Вес взят. В спортивном клубе «Богатырь» прошло открытое первенство Ленинского городского округа по тяжелой атлетике. Соревнования проводятся несколько раз в год и традиционно собирают много участников. На этот раз выступили 35 атлетов. Все они воспитанники легендарного клуба «Богатырь», который вот уже 40 лет – настоящая кузница спортивных звезд со штангой. Недавно у нас спортсмены участвовали во всероссийском турнире в городе Тула. Проходило несколько первенств в Московской области в разных городах. У нас в одном из таких первенств девочки заняли первое место. Мужчины и юноши – третье место, общекомандное. Так что мы на хорошем счету. Сегодняшним участникам первенства от 9 до 15 лет. Вадим Кухарский в тяжелой атлетике полтора года. Чтобы заветные слова «вес взят» звучали как можно чаще, молодой человек тренируется почти каждый день. Я пришел сюда просто качаться, накачать тело, естественно. Не понимая, мне начали азы тяжелой атлетики. Ну и меня закрутило и... понравилось, решил продолжить. Я начал более себя увереннее чувствовать и сильнее стал, более легче поднимать какие-то веса, помогать родителям. Немало в тяжелой атлетике представительниц прекрасного пола Маргариту Рязанова в зал привела мама. До этого были карате и айкидо, но штанга победила. За год под руководством опытных наставников девушка добилась многого. Я выступала на всероссийских соревнованиях. Мой рекордный вес – 32 рывок и 44 толчок. Сегодня цель – побить рекорды. Уже в январе многие воспитанники «Богатыря» примут участие во всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике.